Катрины создателя. Усиливается борьба разных полюсов и сил. Вы на стороне сил света. Не подходит материальное слово «мил». Вам надо стоять на стороне завета. Борьба идет на всех континентах. Нет на планете поверхности без борьбы. Силы тьмы – очень сильные оппоненты. Но сегодня вы уже впереди. Ложь в пространстве. Нет правды. Игра идет в поддавки. От вас зависит человечество завтра. Вокруг непонятные вам игроки. Не время спать или отдыхать. Сегодня критический для всех момент. Люди планеты должны знать, что сегодня Создатель уже аргумент. Ложь установилась внутри света. Даже название Руси было другое. От исторических времен это метка. Темные начали переименование такое. Пришедший к власти переписывает историю. Так повелось при приходе к власти. К власти рвутся люди иной категории. В их душах бушевали темные страсти. Пример для вас сегодня уже на Руси. Темные силы пришли по заданию. Задание – Русь совсем извести, чтобы не осталось от Руси даже предания. Богатая территория – причина захвата. Развалили страну в половину мира. Революция для тьмы была не пустая трата. Разделяй и властвуй, всегда мирила. Технология тьмы была давно отработана. Кромсали Русь все, кто хотел. Империя после Петра была уже не та. Новый город – это старого передел. Императорский род был разрушен. Золото ушло за пределы. На революцию приказ был получен. От огромной империи получились наделы. За призывами революции таилась утопия. За идею равенства боролся Сталин. Коммунизм без Бога – лишь демагогия. Разработчик утопии был Ленин. Но идею равенства принял народ. Ошеломляющее впечатление. Развалили в гражданскую русский род. Русь для тьмы была исключение. Идеология нужна людям снова. Равенство – это вечная мечта человечества. Им в едином хочется жить доме. Равенство людей – это отечество. Борьба продолжается за Россию. Но есть эволюция и ход. Отечество – это России миссия. Борьба заставит шагнуть в переход. Нужно действительно шагнуть к Богу. За Русь борьба – это второй тайм. Тьма хочет добиться своего итога. Власть перекупила людей в найм. Никто не понимает, что Русь – это Бог. Бог не отдаст Русь тьме. От людей зависит борьбы итог. Русь не реагирует. Больно мне. Бог вступился за свою территорию. Первоначально была Тартария. Страна между двух акваторий. Это начало земли ариев. Все разрушено. Даже память людей. Молодежь танцует попсу или рок. Старшему поколению беда видней. Вся надежда, что подойдет срок. Люди должны понимать, что не шутки. Люди разбросаны по территории. Резервации для русских совсем не утки. Рабство теперь другой категории. Вы должны сказать «нет» тьме. Если не проявите волю, конец. Вам помочь будет трудно даже мне. Погребальный тогда ждет вас венец. Поверьте, что все в вашей власти. За Россию с Россией борется мир. Надо встать уверенно и без страсти. Бог в Конституции уже ориентир. Аминь. Отец Абсолют. 25 августа 2021 года. Катрен, вы должны сказать «нет» тьме.
идет общенародное обсуждение новой идеологии человечества. Приглашаем принять участие в дискуссии и ждем ваших предложений на сайте doctrina.info. Давайте творить будущее вместе. doctrina.info